И всем привет, меня Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня я вам покажу, как открыть профиль Repskult, или как он читается, Repskutli. Короче, аккаунт Гейба, и мы сегодня его откроем. И у него здесь не было ников, и как же мы его откроем? Это невозможно! Это реально невозможно, это, наверное, первое, что будет на Ютубе, как открыть профиль Гейба, это и посмотреть, что же там скрывается. Это вот правда, это вот прям за это вот лайк и подписка, вот прям сверните видосик, поставьте лайк и подписка, вот прям сейчас вот, сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И в общем напишите комментарий, открою я профиль или нет. Но у меня получится, раз я этот видеоролик выложил, а значит приятного вам просмотра. Так, как же мы откроем профиль Гейба? Ну, а перед просмотром, вот пока мы еще не начали, обязательно добавьте меня в ВК. Пожалуйста, вот ссылка, Алекс Навасов, добавляйтесь. Пишите ваши вопросы, которые вам нужны, в общем, все. А мы начинаем. Итак, как же открыть профиль Гейба? Для этого вам понадобится программа, вот эта вот программа. Сюда вы вписываете все, как я напишу сейчас. Я уже все скопировал, я просто вставляю, и вот так вот должно все это выглядеть. То есть Steam name, имя Гейба, Steam ID, то есть все ID, всякие другие ID, это все Гейба, ссылка на профиль, ссылка на профиль просто буквами, как у Гейба написано, и опять же как-то вот так вот. Дальше. Смотрите. Мы это все прописали, допустим, и у нас все это получилось. И после этого, после того, как вы это пропишете, нужно написать то, что вы начнете работу. Для этого вы пишете сюда окей. Просто окей пишите, и профиль откроется волшебным образом. Да, это будет работать. Пишем здесь прям окей. И нажимаем Enter. Итак, у нас тут прописалось что-то. И, то есть, у нас все это получилось здесь. И написано Unlocked. Ладно, теперь мы ждем. Ждем, когда у нас появится там ОК. И после этого мы уже обновим страницу. Итак, написалось ОК. И все. Теперь мы нажимаем просто F5. И мы попадаем на профиль, открытый профиль Гейба. Первый видеоролик. И так, давайте проверим, получилось или нет. Правда, я еще не проверял. Но нажимаем F5 и смотрим, что получилось. Итак, мы обновили страницу. И здесь аккаунт Гейба. Охренеть, у него 21 тысяча игр. Это просто пипец. Мы взломали. Уровень у него 4000-ый, это просто, это невозможно. Это что, 19 часов назад был в сети, запускал какие-то Вархаммеры, Джон Вик, еще Джон Вик какой-то. Нету ни скриншотов, ни видео, ни обзоров, ничего. Вот так вот, блин, круто вообще. Это сейчас мы еще посмотрим его инвентарь. Вот так вот выглядит его аккаунт. Тут, то есть, вообще прикол. Охренеть, просто, просто аккаунт Гейба. Два значка за 14 лет службы и за сотрудника Valve. Ребята, сейчас мы посмотрим, что у него в инвентаре. Такого еще не было ни у кого на Ютубе. Никто про это не снимал. Так, представляю вам инвентарь Гейба Ньюэлла. Да. Готовы? Так, это инвентарь Гейба. Да ладно. Сколько предметов? Да ладно. Да, да вы что? Это шутка. Это... Сколько? 18943 страницы. Блин. Охренеть. Это гифты. Это только гифты. Это первая страница. Это просто... Офигеть. Просто это... Да ладно. Это нереально, ребят. Офигеть. Он... Кстати, смотрите, он сейчас играет во что-то. Да ладно. Охренеть просто. Это Гейб. Да ладно.
просто капец просто. Ребят.